Элитек представляет. Электрическую дрель шуруповерт ДШ-0110РЕ номинальной потребляемой мощностью 100 Вт. Инструмент поставляется в картонной коробке. Номинальная потребляемая мощность дрели шуруповерта Элитек ДШ-0110РЕ составляет всего 100 Вт. Инструмент обладает надежным двухскоростным планетарным редуктором. Повышенная передача с диапазоном частот вращения шпинделя от 0 до 880 оборотов в минуту предназначена для сверления отверстий. Пониженная с диапазоном от 0 до 310 оборотов в минуту служит для работы с крепежом. Удобный переключатель диапазонов расположен в верхней части корпуса инструмента. Частота вращения в пределах диапазона регулируется усилием нажатия на кнопку пуска. Максимальный диаметр сверления в древесине 20 мм, в металлах 8 мм. Наибольший крутящий момент 27 ньютон-метров позволяет закручивать саморезы диаметром до 5-6 мм в древесину естественной влажности без предварительного засверливания. Предусмотрено муфтоограничение крутящего момента с 20 положениями регулировки в диапазоне примерно от 1 до 6 ньютон-метров плюс ступень сверления, соответствует заблокированной муфте. Оснастка фиксируется с помощью прочного металлического бесключевого сверлильного патрона под хвостовики диаметром от 0,8 до 10 мм. Масса модели чуть более 1 кг. Перед сетевыми дрелями-шуруповертами Элитек не устоит ни один шуруп.